Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. В этом видео я хочу показать вам свою косметичку на март, возможно, на апрель. Посмотрим, возможно, я и захочу что-то изменить. И в том числе, конечно же, покажу вам все свотчи, все цвета близко. И номерки я постараюсь прописать вам, если вдруг что-то не будет видно. Потому что я знаю, что многие хотят выбрать именно тот оттенок, который я показываю. Что ж, давайте начнем с тональных средств. Я сейчас использую до конца, стараюсь использовать, по крайней мере, крем BB от Calestar. В нем есть небольшой SPF, как вы видите, но его недостаточно, однако он для меня темноват, поэтому я смешиваю его при нанесении с базой от YSL, и здесь уже хороший SPF 35. Два средства я смешиваю почти в равных пропорциях и наношу тонкой-тонкой дымкой на лицо. Мне этого достаточно, я не люблю слишком плотное нанесение, и мне нравится наносить периодически то кистью, в данном случае у меня от Faberlic кисточка, она хорошо наносит тональные основы, кстати, она не берет в себя слишком много тона и очень быстро промывается. И дальше я еще, особенно под глазами, в каких-то таких местах, где мне хочется очень тонкое нанесение, вокруг носа, ну, в общем, такие, знаете, бывают проблемные какие-то сухие места, обязательно промакиваю влажным спонжем. У меня он от бренда Number One и продается он в магазинах Rive Gauche, мне очень нравится этот спонж. Масло от L'Oréal, роскошь питания, я иногда добавляю для питательности тона, если мне не хватает какого-то питания на лице, ну иногда бывают такие ощущения, то мне оно очень помогает, либо я могу нанести его тонким слоем как базу под тональное средство, оно ничего абсолютно, ну по крайней мере мой макияж никак не разъедает, то есть все прекрасно держится, но для моей кожи это идеальный вариант, часто добавляю именно в сам тональный крем. Следующие два средства это консилеры. Один, как вы видите, от Belle, уже все стерлось абсолютно, но я пытаюсь каким-то образом его приспособить. Он очень светлый и вроде бы он имеет такой вот, да, желтоватый подтон, но если его начать растушевывать, он куда-то исчезает, он не имеет практически цвета, не особенно как-то перекрывает и заваливается иногда в поры. Пока не знаю, что с ним делать. Вот видите, ищу ему применение, уже половину практически использовала, все ищу ему применение. Это средство очень-очень бюджетное. Были это косметика польская, но, наверное, я кому-то его отдам. Вот беру на последний, наверное, месяц как-то попробовать с ним поэкспериментировать. Возможно, тоже буду в качестве осветлителя использовать, когда мне не нужен дополнительный какой-то SPF, как в базе YSL. Я буду чуть-чуть его наносить в качестве осветлителя. Ну, консилер от бренда Skin Food. Он прекрасен, он мне нравится. Он уже очень давно открыт, но пока ни аромат не изменился, ни текстура. Пока все в порядке с ним, поэтому продолжаю его использовать. Он маслянистый и он имеет в составе жир лосося, что неплохо для кожи, склонной к сухости, возрастной кожи. Мне он лично морщинки не подчеркивает, но я повторюсь, я наношу все очень и очень тонким слоем. Я не припудриваю кожу под глазами. Перед тем, как нанести макияж, я продолжаю использовать вот это средство от Perfecta, эндорфинум Aroma, и закрепляю спреем от Arno, увлажняющим весь макияж. Уже в финале, обратите внимание, я поставила в это средство от Perfect, это такой увлажняющий тоник, ну он такой, знаете, похож на гиалуроновый, густой, я поставила в него спрей, тогда он у меня пошел, честно вам скажу, для меня это самый удобный способ использования любых жидких средств. Следующая категория, в которой я как-то так, знаете, разошлась, я думаю, вы сами это видите, это продукты для губ, но знаете почему? У меня очень большая коллекция, и как-то она у меня не очень уменьшается, поэтому я решила, что нужно брать больше, видимо, для использования средства для губ, и не только пользоваться гигиеническими помадами, полупрозрачными блесками, что я, честно говоря, люблю делать больше, но и как-то яркие тоже помады использовать и экспериментировать. Сейчас покажу вам все цвета, все оттенки, номера, и карандаши для губ, и помады, и блески. Транспарентный карандаш от Divash, нет смысла показывать, вы видите, он абсолютно силиконово такой вот восковый, он прозрачный, он предохраняет помады яркие от растекания, то есть до нанесения
какого-то блеска или до нанесения даже гигиенической помады, обводится им контур и прекрасно тогда держится помада, не затекает ни в какие морщинки, ну и вообще просто вы будете уверены, что яркая помада будет держаться прочно. Два самых ярких оттенка 02 Ruby от бренда Clarins оттенок и 512 от Golden Rose беру для ярких помад, ну и я иногда использую их в качестве помад. Эти карандаши просто наношу на все губы и затем сверху наношу блеск. То есть это тоже для меня такой вариант удобный. И, кстати говоря, он более долговечный, чем даже с помадой. Ну, мне просто так удобнее. Я всегда наношу с собой какие-то маленькие блески в косметичке. И три более спокойных таких нюдовых оттенка. Один очень холодный от Luxe Visage. Кстати, цвет, видите, снялась, к сожалению, бумажка. Видите, они так, ну, не очень это хорошо, что они приклеивают бумажки. Потом невозможно понять, что за тон. Он очень холодный, сейчас ищу ему применение. Второй тон карандаша 40, да, я вижу правильно, 45-й. И третий карандашик, это от бренда Eva Mosaic, очень мне нравится. И он в названии нежно-розовый. Хорошие действительно все средства. Самый жесткий такой, более восковый, вот этот холодный оттенок от Luxe Visage. Возможно, придется с ним расстаться, не знаю. Пока не очень нашла применение, как и консилер Рубель. В общем, скорее всего, подарю его кому-то. По помадам и блескам. Кстати, я снимала два видео. Все мои нюдовые помады и все мои блески, лаковые помады на губах. Так что вы можете посмотреть все вот эти оттеночки, как они выглядят на губах. Сейчас хочу показать вам два таких вот липглосс, баттеглосс от NYX и один блеск от Catrice. Все они очень комфортные, они не липкие, они приятно увлажняют и даже, я бы сказала, ухаживают за губами. И поэтому мне они нравятся как раз вот в такой период. Все-таки еще холода у нас в Москве, поэтому, я думаю, самое время их использовать. 20-й цвет, вот этот розово такой терракотовый, очень красивый, очень освежающий оттенок. Он даже чуть-чуть и в фуксию уходит. Он, видите, какой-то такой дуохромный, что ли, в синеву. В общем, красиво смотрится на губах. И это уже серия Butter Gloss, но интенсивная. Ну, в общем, тут и заметно. Это очень плотная такая помада. Опять же, как уход, прекрасная на губах. И обе помады имеют очень вкусный карамельный аромат. И Catrice, это такой коралловый оттенок. Кстати, коралловый в этом году очень популярен. Это цвет года. Вот такой очень приятный. Ну, он полупрозрачный. Видите, он в отличие от предыдущих помад уже таким насыщенным мне кажется. Это 0.30 оттенок. Его вот как раз хорошо наносить на карандаши. Еще две помады, которые у меня тоже относятся все-таки больше к блескам. Это вот такой She & Shine в номере 07 от Essence. И довольно небюджетная помада Jafra Royal Jelly. У меня попадалась в коробочке красоты. Никак, ну никак не могу ее пристроить. Она очень бежевая, хотя если наносить ее на что-то такое розовенькое, на какой-то розовый карандаш, она смотрится очень и очень неплохо. Essence уже осталось немного, она маслянистая, как блеск, вы видите, ложится, поэтому используется быстро. Я хочу уже ее доиспользовать, чтобы перейти к каким-то другим. Я люблю что-то похожее на блески, как я вам уже сказала, поэтому ее я использую с удовольствием. Кстати, у нее тоже приятный такой сладковатый аромат. Еще две помады, они тоже в довольно спокойных оттенках. 06 Long Lasting, устойчивая помада от Essence, и вторая от бренда Faberlic, которая всем, кстати, очень-очень понравилась. Номерок сейчас вам показываю, 400 ровно 88, очень бюджетная и очень-очень нежный розоватый такой, увядший розовый оттенок, по-моему, так она и называется. Ну и бессменный мой помощник, помогающий моим губам выглядеть неплохо, даже под помадами, которые в течение дня, ну или под карандашками, засушивают слегка мне губы, это вот такой... А он не блеск, я даже не знаю, что уходовое средство, скорее всего, бальзам, который можно наносить даже и под глаза, и на локти, руки, и везде, где только можно. Он абсолютно такой силиконистый, и он неплохо увлажняет, ну, скажем так, держит увлажнение, не дает губам пересыхать. Такое разнообразие я себе придумала в этом месяце. Ну что ж, начинается весна у нас, да, нужно как-то более ярко уже что-то смело такое придумывать в макияжах, я имею в виду. Ну и будем, наверное, с вами экспериментировать и буду вам, конечно же, показывать в макияжах дня, как выглядит то или иное средство. Переходим к румянам. Пудра тут, как вы видите, у меня палеточка от Faberlic, в которой все абсолютно содержится.
и пудра, и румяна, и корректор. Для кого-то это может быть бронзер, но для меня именно корректор. Кстати, я люблю с помощью этой палеточки, показывала вам летом, когда брала ее с собой, делать полный макияж лица. Она также прекрасно годится в качестве теней. Артикул 6073, абсолютно универсальная палетка, очень легко растушевывается, пятен не ставит, даже если вы не припудрите. В общем, она не сильно пигментированная, очень приятные такие, не слишком яркие оттенки. Двое румян, одни от NYX, такие вот блаш, розоватый оттенок, красивые сатиновые, и вторые от бренда Clinique, это уже оттеночек чисто коралловый, очень нежный, такой тонкий, легкий. NYX так и называется Pinky Rose, и Clinique оттенок вы видите. Clinique дает прям детский такой румянец, очень-очень нежный, смотрите, какой красивый. Да, они не матовые, опять же, я не очень люблю матовые румяна, они могут подчеркивать то, что совсем не хочется, именно пушок на лице какой-то, да, складочки. А вот такие сатиновые очень свежо выглядят на личике. И NYX, конечно, набираются так мощненько, я бы сказала, но цвет уж очень красивый, ни на что не похожий. Ну, опять же, нужно аккуратно, конечно же, чуть-чуть, я так мазнула пальчиком, как следует, не жалея для вас, чтобы показать вам сводч. Но вообще, в принципе, при растушевке они как маслица. И если чуть-чуть возьмете, то не будет ярко. В качестве пудры такой матирующей на центр лица я под глаза не наношу. Я повторюсь, только на зону Т, чтобы не слишком она блестела. Everyday Minerals буду использовать. Причем это называется, насколько я помню, даже Golden Fair как консилер. Но на мне он работает как обычная пудра и даже слегка матирует. Это минеральные такие пудрочки, но я не использую, как вы знаете, для закрепления под глазами. Но если вы используете, вот знаете, что на сайте iHerb есть вот такая линейка минеральных пудр. Косметики еще море. Давайте разобьем это видео на две части. Спасибо огромное, что вы были сегодня со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!